2000 по 10-2001 начальник Луганской межрайонной государственной налоговой инспекции. С 10-2001 по 7-2003 начальник управления директора департамента взыскания налогового долга Государственной налоговой администрации Украины. 7-2003, 6-2005 первый замминистра по связям с Верховной Радой Украины, Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, по делам защиты населения последствий Чернобыльской катастрофы. 6-5 по 11-5 первый зам директора департамента ведомственного контроля государственной налоговой администрации. С 11-2005 по 9-2006 председатель государственной налоговой администрации в Одесской области. С 02-07 по 01-2008 советник министра, руководитель аппарата Министерства внутренних дел Украины. С 01-2008 по 09-2008 председатель государственной налоговой администрации в Одесской области. Потом пробел. С 5-10 по 6-10 замдиректора департамента, советник председателя государственной налоговой администрации департамента ведомственного контроля. С 11-10 по 4-11 года заместитель генерального директора государственного предприятия Украинский научно-исследовательский и учебный центр управления стандартизации, сертификации и качества метрологии. С 6-11 по 6-12 советник отдела советников департамента обеспечения работы Министерства экономики Украины. И с 6-11 по настоящее время председатель Харьковского областного территориального отделения антимонопольного комитета Украины. То есть наш заслуженный юрист ни дня юристом не работал, да? Ну, по большому счету, да. Но зато советник. Это советник. Так. Наверняка есть и добрые дела. Наверняка антимонопольный комитет возбуждал какие-то дела по нецелевому использованию средств и тому подобному, чем они, в общем-то, должны заниматься. Но такой информации, то есть, она есть, но чем она закончилась, неизвестно. То есть, очень много информации о том, что антимонопольный комитет указал, антимонопольный комитет дал запрос. Про лавочки в метро, вот, да, вот, например, как будто очень обеспокоены, дали запрос, чем закончилось, все мы понимаем, ничем особо. Таких масса моментов, ну, такие вот, взяли мы несколько ярких. 9 вересня 2013 года за результатами тендеру Департамент коммунального господарства Харківської міськради уклав угоду з ПП «Флагмар» на роботи з капітального ремонту території біля фонтану «Каскад» в парку Шевченківці. Вартість угоди склала 8,67 мільйона гривень. Власницею і директором фірми «Флагмар» зі статутним фондом 100 гривень була Сіма Саркісян. Звичайно, вказано Сімою Саркісян, повинні бути допущені до участі конкуренту «Флагмару» – компанія «Фарт» і «Стройсервіс Плюс». Окрім цих трьох компаній, участь у тендері намагалося взяти товариство «Топенерго», яке заголосило виконати замовлення у півтора рази дешевше – за 6,7 мільйона гривень. Пропозицію компанії відхилили за невідповідне оформлення пакету документів. Активісти направляли лист в антимонопольний комітет, на що посилав, двома реченнями вказав, що проаналізувавши матеріали закупівлі, ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції не виявили. Ну, от, собственно, такий. І наш звісний, да, організація в городі «Паркінг Плюс», яка вот это все у нас покриває асфальтом і пліткою. 1 липня 2013 року «Паркінг Плюс» уклав угоду на 30,21 мільйона гривень. Директором, співвласником паркінга являється Володимир Чумаков, який у січні 2010 року був призначений радником мера Геннадія Кривенка з питань ЖКХ. Тоді ж фірму перереєстрували на Галину Давидову. В травні того ж року Чумакова призначили голову департаменту будівництва міськради, який він очолює понині. Фірма являється офшор, співвласником фірми являється офшор, Львівський офшор, Валфкем Трейдинг Корп. От. З моменту призначення Чумакова радником фірма «Паркінг Плюс» отримала будівельних підрядів на суму 542,59 мільйона гривень. От. За время роботи повністю взяли під контроль код включення в реєстр на возміщення МДС суб'єктів підприємницької діяльності Одеського регіону і отримали від заявлених сум відкат від 30 до 40% возміщення МДС. От. Також були обложені дані руководителі районних інспекцій. Еще каждый месяц обязаны были передать определенную сумму денег. В зависимости от инспекции сумма требуется от 10 до 200 тысяч рублей. Ага. Ну, вот, в общем, вот. Второй переход его в Одесскую налоговую тоже был красивый,
юридичный. Декларации нет, человека нет, задать вопросы нет. Вообще, это же наказуемо, то, что он декларацию не заставляет. Порицаемо. Порицаемо. Да, ну как бы... Закон еще обязан, но... Я хочу обратить внимание, что этому господину Харьковская иллюстрационная палата направляла официальное предложение пройти иллюстрационную процедуру общественную, заполнить декларацию. В ответ он написал заявление в прокуратуру о том, что вот где тут палата в лице Ирины Саврасовой препятствует ему осуществлению его обязанностей. И заявление прошло все силовые наши структуры, и милиции, и ВБ, ну, в общем, везде побывало, там как бы за абсурдностью, как бы, естественно, это закончилось ничем. Вчера ему позвонили, предложили принять участие сегодня в этой процедуре. Там даже вот по телефонограмме есть фамилия человека, который принимал, но даже в процессе, я когда присутствовала в этом моменте, да, в процессе передачи телефонограммы из трубки доносилось, фу, какой бред, фу, какая глупость. Да? Ну, то есть человек знал о том, что мы сегодня встречаемся, понимал, вот, поэтому, может быть, он бы что-нибудь нам ответил, да, может быть, он там расставил какие-то акценты, но вот маем еще маем. У меня все. Да, вопрос. Да. Не, вопрос всегда такой стандартный юридического плана. Конечно. То, что вы рассказали, вот то, что там написано, там отжал, забрал квартиры, потребовал, там за это, там прикрыл. Это все, конечно, правильно, хорошо, интересно. Есть ли какие-то следы юридического плана всего этого? Например, там куча заинтересованных, обиженных сторон. ООО такое-то, АО такое-то. Были ли, вот сейчас выступал товарищ, все понятно, юридические процессы. Часть выиграли, часть проиграли, как-то видно. А там что-то такое подобное было? Какая ситуация? Я думаю, что мы находимся в процессе этого пути, и наш координационный совет, Харьковская общественно-организационная палата, направит соответствующие запросы. Ну, тут как бы... Да. С одной стороны, извините, понимаете, вы как правник, я как строитель. Да. Если я закрыл вопрос...